गंधर्व गोविंद सुंदर जीव खी जाय श्री गिरिराज गोवर्धन की खी जय श्री गुप्त गोवर्धन की जाय श्री रूपानुगुवर्ग की जाय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर खी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिव गौ ग्रिवेणी खी जाय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरी गोविधान किये जाय पिंदा दाम किये जाय धाम की जाय श्री चैत सात की जाय गंग देवी जुमुन देवी भक्ति देवी थोसी देवी की जाय ओम विष्णु भात विश्व एसी भक्ति विदान स्वामी प्राव भाद की जाए Джай Шрила Бхакты Нирмала Ачарджа Майорадж Кийджай. Джай Шрила Бхакты Бхимал Авадуд Майорадж Кийджай. Сева Вринда Кийджай. Слама Виробхакты Вринда Кийджай. Миттай Гоу Применанде. Гоура Харибал. Джай. Есть ли у кого-то вопросы? Мы знаем, что Майя Деви была инициирована Харидасом Такуром, но Почему она нуждалась в инициации? Я имею в виду такая личность, как Майя Деви, как Господь Шива, они уже являются великими преданными Всевышнего Господа и задействованы в Севе. Почему Майе понадобилось быть инициированной? Что означает инициация, мы должны рассмотреть, понять. Это средство, благодаря которому происходит передача божественного знания от одной личности к другой. Почему брама был инициирован? В Брама-самхите описано, богиня Сарасвати инициировала world, его, но не Сарасвати этого мира, а Диви Сарасвати. Она дала ему mantran. посвящение в мантру Кама Гайдри. So, Поэтому Харипаранака Коти Пришта Парджанта Симха Та Тама Пи Калиантем Панир Раби Штадохам Мадуракши Бринда Байдагда Дикка гуру киртим, гуру мати, гуру киртим, радикам арчаями. Радаштакамрупа Госвами говорит о градации глубине преданности. Гуру и это есть также Лалита Аштакам, описывающем Лалиту Сакхи, он говорит, она перемещается в измерение преданности в мире Вриндавана, убеждая других, буквально вербуя. For consideration. These are not, и обитатели uh, этого мира обращаются souls. к ней за разъяснениями. The, the и это не обусловленные души, но высочайшая in... группа освобожденных душ, васусидги. Их духовное тождество, been, uh, духовное я в полном мере утверждено okay. и проявлено activated. и активировано, And и тем не менее они are, uh, Обращаются к ней, или она убеждает их в необходимости стать членами ее собственной группы. Мы слышим об этом удивительном эпизоде, о происшествии со Шьяманандой. Нам рассказывают, что в конечном счете эта ситуация разрешилась тем, что Вали Саки Субал встретились, и она сказала yeah, ему о том, кто до того момента boy, был мальчиком Она сказала, group. мы забираем его из вашей группы, берем его к себе. И произошла трансформация, можно сказать, эволюция. Гуру Махарадж иногда эволюция означает постепенное выражение или проявление, проявление того, уже что, было, что уже присутствует, подобно тому, как Солнце занимает определенное положение, но мы видим, как каждое утро, сейчас, скажем, солнечный восход в 5.46 утра, так называемый восход Солнца, но иногда мы видим, как Солнце являет себя, проявляет себя определенным way. образом. Но с другой точки view, зрения, можно сказать, что Солнце уже position, находится в определенном положении, но оно демонстрирует, sort of являет такого рода игру. So, И эти высочайшие слуги, Шива, его положение But, полностью уникальны, абсолютно уникальны. И, соответственно, Майя, которую иногда consort, рассматривают как его супругу, они совершают эту крайне тяжелую севу. Иногда нам рассказывают о том, что Майя стыдится Krishna, приближаться к kind of Кришне, поскольку она вводит в заблуждение zilas, живо помогают им, them, можно сказать, оставаться в состоянии забвения Кришны. Но личности, которые отвечают, которые стоят или работают в рамках тюремной системы, правоохранительных органов, в армии, они не должны стыдиться того, sometimes, чем они занимаются. Гуру Махарадж говорит, когда Махапрабху и, и другие аватары uh, like, являются, like said, things, дурга, said, то это нечто подобное гражданскому иску, без применения силы. Когда действует Махали или Дурга, то это, по его like словам, больше aksha, похоже на военные операции, объектами the которых the иногда становятся гражданские <laughs> лица. <laughs> один из наших преданных, болгарин, по национальности, это было много лет тому назад, он служил to... в армии в тот период, когда Прага, болгарская армия выдвинулась в Прагу, в Чехословакии, в 1968 году, to assist the Soviet для army того, чтобы помочь советской армии, которая тоже вошла в Чехословакию officer. тогда. И он спросил What у начальника офицера, а что мы здесь he... делаем? Тот ответил. The спасаем Чехов. Said, right. from whom? Хорошо, заметил Болгарин. От кого themselves? мы их спасаем? От них самих, ответил старший офицер. So. Udarayatmanat Atmanatmanam atmanam, atmanam avasadiyat, atmaiva atmaiva yatmano bandhūr or rīpūr ripu atmana bandhu and ripu, friend bandhu or foe. Bandhu iripu, друг или враг. So Thakur, the Thakur mind the mind is un... like an evil guardian. подобен порочному опекуну, который имеет власть над несовершеннолетним наследником, то есть живым. Это известная тема в литературе, в кинематографе, когда некий ребенок наследует богатство, и его порочного опекуна, который внешне, казалось бы, делает все everything. в интересах этого ребенка, But он печется о его not. будущем благоденствии, но на самом деле That's он преследует свои корыстные интересы. Такие отношения, отношения связывают живого и ум. Но примечательно в связи с Дэви, Харидасом, Такуром, Рамой и Майей Деви. Следующее. Есть локальная точка зрения, восприятие локального или провинциального характера, и восприятие, в основе которого лежит способность проследить взаимосвязь всего с центральной концепцией безграничного, высочайшая настройка или соотнесение всего с центром, видение Махабхагавата, когда в расчет принимается фактор лила. В конечном счете, все это игра. Даже введение в заблуждение — это игра. Кришна. Бхактивина Такур обсуждает это, это положение Джагадармия. Когда кто-то well, говорит, а почему бы не kind of совершать другие игры для этих джив, когда им не придется like страдать так, как они сейчас And страдают, и один из ответов is, на этот вопрос следующий. Посмотрите на, вспомните на другие something. игры. Их участники yeah. тоже страдают. Right? Яшода, Яшода страдает в разлуке с, Кришна, с Кришной, Браджа-Гопи страдает и в разлуке с Кришной, пандавы страдают в разлуке с ним. И великая степень страдания присутствует в различных so играх. Когда Троид Зигмунда Фрейда спросили, «Какой смысл назначения психоанализа?», он ответил, «Смысл в том, чтобы превратить невротические страдания в обычные <laughs> страдания». So разлуки с Кришной — это тот тип страдания, которое освобождает. Это чудесная характеристика, особенность Кришна прамы которая заключается в том, что хотя, казалось бы, это источник страданий на поверхности, кажется так, но внутренне те, кто испытывает эту огонь, наслаждаются.

Темы, рассказывая Кришне, повествования о Кришне, облегчают страдания. Будь то страдания, агония, разлуки в сердцах Браджа -гупи, или же тап то есть тройственные страдания, которые испытывают заключенные в тело души. В основе всего этого разлука с Кришной. И кришна. лекарство служит пометованию, повествованию о Кришне. Шукадев, Шукадев говорит, Парикша хорошо. в любых обстоятельствах, слушай о Кришне, прославляй Кришну, помни Кришну. Это путь, ведущий к бесстрашию, свободе от тревог, причиняемых тем, что живое существо отвернулось от Кришны. Исада Пейтасха, Випария Йосмити. И Брахма Вимохан лидирует в этой игре. The bewilderment of Brahma заблуждение Брамы — это игра лила, и это славная, великая лила, эпизод, в ходе которого он бросил вызов верховному положению Кришны, славная, великая игра, Воспевая славу этой игры, ты достигаешь освобождения от материального существования. Вишвана Чакраварти Такур в своем комментарии Кришна Лили, в частности Кришна Лили, но ко всем лилам Кришны, он говорит, есть нечто удивительное в этих играх, а именно то обстоятельство, что Слушание об этих играх пробуждает Дживу в отношении ее подлинного интереса, заставляет ее осознавать этот подлинный интерес. Джива пробуждается и начинает видеть перспективу жизни в любви к Кришне. В like выступлении Брама, Брама Санхити в предисловии Шрила Сарасвати Такур пишет, он использует это выражение «люди» или «личности, любящие Кришну». Люди, <laughs> любящие Бога, но если говорить более Кришна конкретно, это «люди, любящие people. Кришну». Поскольку Бог это термин слишком общего характера. Это God's слишком поверхностная концепция Simception. высшего начала, поэтому он говорит более Krishna конкретно. Люди, Кришну. любящие Кришну. Брамха, so в чем offense? состояло его оскорбление, он похитил телят Кришны. Похищение коров, about, воровство I mean, коров — это cows, достаточно скверное деяние, но but воровство but коров или телят Кришны — это well, нечто гораздо более тяжкое преступление. <laughs> Го венда, го пау. Это не есть люди, которые говорят, do, что именно right? этот проступок послужил причиной того, что Брахме пришлось родиться семье, ну, <laughs> right? so, I mean, качестве? в семье Явана. Это мнение. Но в Харидаса Такуна. И Харидас Такур, мы знаем, что существует, так сказать, Майя, в целом, соблазнительница, kind of искусительница idea? такого рода представления. When, uh, Когда, как его звали, Кан, Uh, человек, который пытался подослать Харидасу проститутку с тем, чтобы та его hmm? соблазнила. Oh, да, Chandra его звали Рамачандра Хан. Это странное <laughs> имя. <laughs> like Оно зачем так, словно он был индусом, обращенным Whatever. в ислам. Ну, I mean, так или иначе, возвышенная so душа Рамачандра Хан. Так вот, я нахожу это интересным, примечательным следующее обстоятельство. Кажется, что одна и та же игра произошла дважды. Эти игры практически идентичны. Нам рассказывают о том, что... Конечно, в счете, эта Майя Деви демонстрирует свою женскую привлекательность, способную очаровать даже Брахму. Брахма. Но разве это не Брахма? Но он не очарован. И это очень примечательно. Брахма Харидас настолько не поддается этому очарованию, что он посвящает ее Кришна нам. Шри Рама 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 Мано Нама Татту Ям Рама Нама Она думает, в прошлом Lord мой владыка Махадева Панче Муке Рама Рама Хари Махадев, Шива призывает Рамнам. Она говорит: мой владыка посвятил меня в Рамнам, а теперь я прошу тебя посвятить меня в Кришнанам. Мы рассматриваем это как лилу, как игру. Как? В гарга ask, Радхарани задают вопрос «Как ты достигла этого положения? Как ты стала величайшей преданной Кришны? На что она отвечает?» «Я достигла этого положения, поклоняясь Туласе Деве». Это реклама поклонению Туласе Деве. Соблюдая Экадаши, это реклама соблюдения Экадаши, we'll то есть Речь не идет о том, position. что Радхарани достигла этого положения. So, Lila. Но Лила... Мы знаем, что Гуру Махарадж очень любил Гегеля. He liked Hegel so much, настолько, что, я думаю, у Гегеля есть шанс стать освобожденной душой, поскольку Гуру Махарадж питает к нему такую великую Maybe любовь. Возможно, в будущем он станет одним из учеников Гуру Махараджа. Гегель Прабху. По многому аналогично Нарасимха <laughs> <Narasimha Chaitanya laughs> это своего рода Гегель в kind of like <laughs> or whom Hegel или would тот, кем Гегель стремится быть, если быть более точным. But, so, said, и Гуру Махараш постоянно говорил, спасибо you know, Богу за Гегеля, Гегель был прекрасный человек, и он использовал многие цитаты, многие мысли Гегеля для того, чтобы проложить мост между сознанием Кришны и западной философской мыслью. За это он говорил спасибо Гегелю. Гегель говорил «самоопределение», right. «умереть, Died чтобы жить». Live. Это также Gourmars идея, которую that. Гуру Махараш любил. Сва-ха, атма-самарпанам. И гегелевская диалектика «тезис, антитезис, синтез». Но в данном случае Гуру Махараш однажды написал мне письмо об этом. End, и в конце он написал, но здесь Гегель short. не дотягивает до you know, этого уровня. И следует также заметить, что Гегель брама вадит. Right. Но реальность сама but по себе для себя. В принципе, он говорит многие right. правильные вещи. Но у него возникают проблемы, он не способен он понять Godhead. концепцию личности why Бога. Поэтому Шрила Сарасвати Такур не использовал в целом, или не часто использовал термин «бог». Он предпочитал термин «личность Бога». Он более широкий, всесторонний и систематический. Так вот, в качестве Брамы, Мухьянти Яцурая, не Стивен Хокинг может не расстраиваться. Потому что у Девы, то есть, боги, боги, God, они не в силах постичь природу верховной личности Rama бога. Брама был введен в заблуждение. Indra, Индра, Драма, Индра был введен в заблуждение, Шива был введен в заблуждение в случае эпизода с он практически сказал, очаруй меня. <laughs> Сделай свой лучший выстрел. Says, was... Господь Шива пребывал в обществе the... Парвати, и вот появилась девушка, которая играла с мячом в поле его зрения. Это была не девушка. Мохини Мурти может стать очень популярной в Таиланде. <laughs> Но я отклонился от темы. Шива был введен в заблуждение, очарован, ослеплен красотой Мурти. Мухини Мурти. Реальность — это восприятие. But, но Боги so об этом говорится во многих местах, во многих источниках. Рассказывается о том, как они введены в заблуждение, насколько удивительна и чудесна концепция Кришны, особенно Апракрита Лила. Апракрита говорит Гуру Махарадж, Mundane, это явление, которое кажется мирским или материальным, но его природа иная. В этом состоит красота, величие, могущество, которые majesty, подавлены или скрыты, но upon, которые проявляются, когда это необходимо. Бапракрита Лили. И они, именно это явление, mm -hmm. служат моделью или прототипом для человеческой цивилизации, для мира людей. Но Брихад Бхагаватамритам Санатан Госвами Прабхупа предостерегает нас, говоря о том, как мы должны правильно рассматривать богов и богини, в особенности Господа Шиву, Махадева и его супруг — Парвати, Гириджа, Ума, Макали, Бурга великое множество имен. Она известна под этими именами в разных своих формах или ипостасях. Иногда Гурудев демонстрировал Махакали Мудру, когда бенгальцы uh, испытывают крайнюю степень стыда, они чем-то обескуражены, yeah. пристыжены, то они высовывают yeah. язык. I've seen him do that. I'm я not видел, say как what он это делал. Him. Я не буду вам рассказывать, что я ему сказал, но в виде реакции он высунул язык. Kali, Поскольку мать Кали, что она делает? Everyone. Она, не разбирая, убивает всех. Know, Мы знаем, что женщины способны гневаться <laughs> в крайней <laughs> степени. Она she's не просто убивает демонов, но убивает своих собственных последователей такова степень интенсивности. Махадевши so Mahade, лежит под ее стопами на земле, она наступает, ставит свои стопы на него, и chest, когда это происходит, она высовывает sound. язык в знак стыда like, oops, и останавливается. Но no, говорится в Брихат Бхагаватамритам, и это примечательно. В Нарад данном разделе Нарада всячески прославляет Шива, но Шива отвергает эти хвалы. Saying, и он рассказывает о том, насколько он дурная личность. Преданный удивительный. So и Господь Шива говорит, я великое множество раз сражался с Кришной. Sometimes, Гуру Махаш иногда рассказывал о том, что Ганеша, Ганаиша, гана Ганапати является лидером народных масс. Это своего рода демократия. <laughs> Лидер оппозиции. So thinking, are the leaders of the opposition мы говорим, Господь Шива, мы возглавляем оппозицию Кришне во многих отношениях. Я не стыжу сказать того, что я даже хочу быть более великим, нежели Кришна. Настолько я бесстыдная person. личность, говорит But Господь Шива. Но Санатан Госвами объясняет, кто может быть более велик, чем Кришна? Кто хочет быть более великим, чем Кришна? Преданный Кришна. So it's his way of saying, То есть, иначе говоря, Господь Шива говорит, «Я стремлюсь быть преданным aspiration. Кришне, таково мое right. чаяние». So Но он подает это так, он облекает эту форму самоуничтожения. И Нарада выдвигает определенные тезисы, Шива их отвергает. И Парвати слушает их беседу. И она думает, я ничего в разговоре не слышал такого, что относилось бы к женскому началу. <laughs> и And тогда она начинает speak. говорить, и это нечто очень прекрасное. And и Санатан Гасвами пишет, она Actually, способна дать бхакти, give... дать... она способна дать преданность, она способна give... дать, она лирит, способна she дать she освобождение, она может дать все поскольку она тень владения шакти. Она представляет Радхарани и Браджа, Браджа гопи в качестве тени. Сарасвати Такур yeah, говорит о том, что Дурга Деви Го является Лока. Браджа Гопи в мире Голоки. Одно из so, Браджа Гопи, конечно, rare. это редкие случаи, но они могут. Милостью, преданностью, преданность, концепция Кришны распространяется, передается. Но Майя выполняет необходимую, требуемую севу, необходимую для того, чтобы очистить живу и помочь ей достичь более высокого положения. В этом смысл такой сев. И Бхактивина Такур говорит, для того, чтобы очистить золото, ты сжигаешь его, подвергаешь fire. его воздействию огня. Я видел thing. это and в Бенгалии. В Бенгалии, когда ты идешь к золотых дел мастера, like uh, Золотых дел мастер, так мы это называем uh, в Европе, тот, кто работает с золотом, in India, а so в Индии uh, подобные uh, лавки, магазины like, носят названия такие, Бабу. например, как Лаки Нарайан Бабу. Yeah. Lucky. Лакхи происходит from Lakshmi от Лакшми. Лакшми трансформируется в Лакхи в Бенгалии. И девушек и женщин ladies, до сих пор в Индии называют Лакшми, Лакхи. Это очень прекрасно. Когда жил несколько лет в обществе своей тетушки, like когда ему было лет 11-12, она заметила в нем some... определенную тенденцию. Uh, Он плохо относился к женщинам. <laughs> она заметила в нем определенное отвращение к женскому полу как таковому. Кстати, помните, семья Гуру это люди, которые These знают санскрит, которые помнят шлоки, знают living. шлоки. Это и And женщина это еще не необычная женщина. Она завела с ним разговор me, на эту тему, она сказала, two, years, «Ты следующие два-три года проведешь в моем обществе, и молодой человек, давайте мы с вами договоримся по поводу некоторых моментов. Я вижу, что ты плохо относишься к женщине. Женщин. Почему?» And Ну, said, отвечал Гуру Махараш, «Я читал кое-что thing в священных people. писаниях <laughs> на этот счет». <laughs> And she said, oh, really? О, да, неужели? И и спрашивает она, и затем она then, процитировала ему стих, в котором сказано, said, что женщин следует that? Рассматривать, that? рассматривать как лакшми. Она you спросила, you ты that читал that? об этом? Ты знаком с, с этим утверждением? Женщин, женщин следует Lakshmi рассматривать как лакшми и почитать их, и в, их в, этом и в этом качестве. И Гуру Махараш впоследствии рассказывал, услышав это, я понял, что мне следует пересмотреть свой образ мысли. Потому что им движет шастра видья, в конечном счете, нет, он Раггабхата, но в то же время он прислушивается Whatever, к голосу like Шрила. И это в, в целом характеристика всех последователей Гаудья Матха. So и так продолжается код до наших дней. Даже последователи yeah. изначальных последователей. Эти люди отвергают абсолютно все, как ложное и фальшивое, если в двух словах. Любые said, авторитеты, любые источники. Но если им процитировать санскрит, то последователи гаудия Матха воспримут всерьез и попытаются понять то, что ты им говоришь, то, что ты им цитируешь и шастры not. на санскрите, следует ли это принимать серьезно, that эту vibration. вибрацию. Конечно, одного того факта, что нечто написано на санскрите, недостаточно для того, чтобы считать это чем-то истинным Гуру Махараш рассказывал, шутя о том, что его родственники были шактами, один из его родственников однажды написал шлоку на санскритском языке, в которой речь идет о том, что позволительно можно есть мясо. Brain, Он использовал and command, свое знание шастры и умение писать на санскрите для so, оправдания этого. Yeah, и это также есть в шестой песне Бхагаватаму. When this argument is going Когда on, там рассматривается about тема о том, soul, что есть душа, soul, что не есть душа, two, this и эта дискуссия будет forever. вечной, дух и материя. Там все, что говорит ученый брамин, имеет подобие истины. Он like несет в себе долю истины, потому что истина до той или иной степени. И люди so находят такую суть, и люди Люди, которых мы посчитали бы, бы фальшивыми из Индии, поскольку нечто there. там присутствует. Некая ведическая ideas. концепция там I тоже remember, присутствует. The, the я помню, первое санскритское шлохо, которое я услышал, когда я был подростком, и это было по радио. WBAI, uh, uh, you know, это было тихоокеанское радио, какая-то некоммерческая And радиостанция. И в эфире я услышал голос, And который произнес ⁇ Адития, хридаям, пуньям, сарвшатру, бина, шанам ⁇ Я был глубоко впечатлен, услышан. <laughs> really totally я просто был ошарашен этой вибрацией, I я помню, и по сей день. Day. Но как они передали смысл оригинала санскрита? Так, все неблагоприятное покинет человека, оставит человека, который медитирует на солнце в своем сердце. Я знал, что в этом что-то есть, но, но также что-то отсутствует, чего-то не хватает, что-то упущено. И впоследствии я понял, что это цитата из Рамайны. At a particular point of struggle в определенный момент в ходе битвы они призывают Сурию и так далее. И Гуру Махараджа, я говорил об этом на днях, «Нараян, свет света, свет, который является источником солнечного света». So, Даже солнечный свет, is, uh, в этом смысле. Это искаженное отражение божественного источника света. Солнечный свет — это удивительное явление, это источник жизни. То есть он духовен, если проследить его до первого источника, он заключает в себе духовное качество, и именно поэтому он является жизнетворным, дающим жизнь началом. И в Сарасвати так в комментарии purport, пишет, золото означает чистое восприятие cognition. или чистое сознание. Мы like думаем, что свет — это нечто абстрактное, но в Брама Санхите, в концепции Кришны, свет обладает формой. Oh. So, и Гуру пересмотрел свою But позицию, свое отношение. А почему я об этом Because заговорил в связи с Парвати и я потерял нить мысли? Брамха я развивал мысль о том, что майя в иной своей постаси или в иной роли способна также дарить освобождение. Но следует задуматься об Сарасвати инициировала, посвятила Брахму посредством Кама Гайтри Мантрам. И однажды один художник спросил Гуру Махараджа о том, как она выглядит. And, uh, graphic Он хотел нарисовать изобразить sort of на полотне Гурумхрам, закрыл глаза и ответил, она восседает на белом лебеде. Служение. Oh. Oh. Well, Речь шла о том, что это um, «house of correction» <связь> the, what's the word? The, Я не знаю, как это назвать. Like «Исправительный system, дом» или «пенитенциарная система» I mean, I mean, Имеется в виду система yeah. исправительных учреждений, то есть тюрем и колоний. Как это называется в английском? Система... Я не могу подыскать правильное слово. Really to punish, oh, I know Имеется в виду, речь идет не о наказании, в буквальном смысле слова, as as но скорее об исправлении, uh, uh, Реабилитация. Вот это слово yeah. будет здесь уместно. So приводит пример uh, золотых дел мастер. So you give them the gold. Когда ты приходишь к такому мастеру, берешь ему золото flame, и он подносит ее в пламени, лампе тот пламя сжигает О, золото, О, золото! О, и ты его останавливаешь. Но он погружает этот кусочек вагон и кусочек золота покрывается темным налетом. И этот кусочек золота уже не выглядит золотом на этом этапе. Он покрыт черной сажей или налетом. But then you wipe it away. Но затем, когда ты стираешь этот налет, the, то твоему взору предстает чистое золото. So, и Бхактивино Такур говорит, если так называемые страдания, которые причиняют Бхадживе, эти страдания причиняют Майя эти страдания like подобны тому самому пламени, которая временно покрывает кусочек золота темным налетом, но в конечном счете позволяет золоту достичь положения состояния чистоты или, как было сказано выше, чистого восприятия, чистого сознания. Поэтому это не есть что-то предусмотрительное в конечном счете, такая ситуация эти страдания приносят в конечном итоге освобождение. И, как я уже рассказывал, когда я жил рядом с офисом пожарной команды в Сан-Франциско, там висела табличка на стене, где было сказано «Бронзовая блестящая табличка, благодаря огню сердца прогрессирует и добродетели возрастут». So the case is то есть, being речь идет о том, there, что возможны случаи, когда пожар, когда необходимо. необходимы. Бхагавинода Таквыр в своих песнях saying, и объяснениях говорит, оппозиция — это лила пушти, то есть начало, которое питает лилу. Нарада, мы видим, временами создает оппозицию, стимулирует оппозицию. Когда Камса запустил ряд действий, и Нарада думал, что это поспособствует тому, что явление Господа Кришны в этот мир отложится на какое-то время, и он внушает Камсе опасение, из-за чего тот впадает в паранойю, и это ускоряет пришествие Кришны. Немай Пандит, Пандит сталкивается с в Набадвипе, и в конечном счете point... это сопротивление подводит его к мысли о необходимости принять саньяс и распространять consciousness consciousness. движение сознания Кришны. Иногда Гуру использовал этот термин. Он говорил «контраст», «контраст тому, что является подлинно духовным». Иногда мы видим нечто в Дхаме, Нечто, что so much настолько противоречит нашим стереотипам о we'll Дхаме, что мы в растерянности. И Гуру Махарадж говорит, это контраст. Really С помощью контраста Who нам really показывают, что такое подлинный Дхам, кто такие подлинные Дхамбаси, really что такое истинное священное святое место. Прямо и косвенно. Same thing in the nutshell Это ключевая of the Bhabha штука Бхагаватам, говорит то же самое. The indirect has, имеет, the opposition has its place. Оппозиция играет свою роль. Но Шива где-то до известной степени жалуется. Always Он always говорит, почему мне все время this, приходится this совершать подобную севу? Guru Maharaj will say, who, who could be entrusted to do such a thing, подобное, but тому, who's who When he was parsing the когда он of Jesus by Judas, о Иисуса и Иуды, когда Иисус нес крест, и он Вероника, и и him, и Вероника и стирает пот лица, то он огляделся по странам, он, он увидел в толпе и, 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 и Иисуса и Иуда, и Иуда и готов и и люди, и и и люди и считают, что он чувствовал себя виноватым за то, что он сделал, за то, что он продал своего Господа за 30 серебряников но Гуру дал другое объяснение. Он сказал, когда их встретили, то Христос передал Иуде следующее послание: такое же, Прости меня, прости меня like за this. то, что я тебя таким образом использовал. Прости меня for your name black за то, что я очернил all time to come. твое имя силу необходимости, потребности, возникающие в лиле, и заключение такого, кому можно доверить подобную сайлу, лишь тому, intimate, кто в высшей степени близок и дорог. But that someone can initiate Maya Devi, Но тот факт, что кто-то может инициировать Майю Деви, посвятить ее, это нечто немыслимое и непостижимое. She can take everybody else она способна, так сказать, поставить на колени всех и каждого. Гурмахарджа Гуру Махараджа Кришна говорит, она никого не боится. Она ни перед кем не испытывает страха, страха, кроме как перед Кришной. И его подлинных преданных, истинных преданных. Также она испытывает страх перед ними. Прабхупад предостерегает преданных. Он говорит преданным, мы всегда должны помнить, что мы очень-очень малые, а майя очень-очень велика. Санатан Госвами описывает, он говорит, греха Бхагаватамри, когда Джива приближается к состоянию освобождения, освобождению, она преодолевает восемь оболочек Вселенной, Бараха, Буми, этот слой покидает его, другой слой, третий, четвертый, и подходит к порогу освобождения, и вот перед Дживой предстоит Майя, и она непреодолимо чарующая, она предстает в высшей степени соблазнительному в образе, я она спрашивает, у живо. Куда ты направляешься? I'm я ухожу. Wait. Подожди, говорит она. Проблема, Проблема состоит was, в том, что ты раньше испытывал мое влияние. влияние, ты был моим рабом, Now а теперь слава. я стану твоей рабиной, ты будешь шивой, а я буду твоей майей. Really? Неужели? Правда? Гурма <laughs> хорошо говорит, последняя сладостная brain. пуля вонзается в мозг. И он рассказывал историю, что она должна была принести его когда она переносила мраморную асану, чтобы он мог на ней восседать. Гурманс Гурманс говорит, мы все хотим быть шивами, Иногда он описывал совокупность жив как Шива, Шива, владыка Майи и слуга Вишны. Три постаси Шива. Бог, Тьяг и Бхакта. Но Шива — это другая отдельная татва. Парвати, Парвати и Деви восседает на коленях Господа Шивы, в то время как Господь Шива наставляет мудрецов. И они не питают дурных мыслей в связи с этим. Мы способны ему подражать таким образом. И Chitrakatu comes и появляется чит ракету, который подобен нам, и он начинает критиковать за это Господа Шиву. он shameless. говорит, насколько это бесстыдное поведение. А there... uh, Парвати проклинает его you за это. Она говорит, ты отправишься в ад за твой адский менталитет. Место для hell. тебя — ад. Там ты live. должен жить. And saying, yes, и didi, он dandavad. говорит, да, Диди, Дандават. И Шива говорит, Посмотрите they на they преданных, и не забудьте, где они окажутся, в раю или в аду. Они seva. хотят лишь одного — сева, Гуру Махараш рассказывал о преданном, за которым прилетела колесница из мира чтобы забрать его в духовный мир. Они были настолько удовлетворены его служением, что решили забрать его в высший мир. И вот колесница спустилась и ответил посланникам, «У меня нет времени на Вайкунху. Я занят служением гуру и вайшнавам». Гурум хорошо рассказывал, один последователь Гаудиамадха был привязан к служению в определенном месте в Пури, so и чтобы him, испытать them, его, его вызвали said, высшие старшие преданные и сказали, «Прабху, мы отправляем to, тебя в Майапур». Там понадобится right. твои служение, на что он ответил, «Джай, Гарибол, ура!» Тогда ему сказали, «Хорошо, можешь оставаться в Пури». Он прошел этот тест. Тот, кто стремится быть слугой, он всегда должен быть. Когда Гурудев вышел из больницы, в Соколе, после того, как перенес серьезную операцию, он уже был близок к тому, чтобы покинуть мир. Он стоял на грани. И... А это была очень трогательная сцена, жалобная. И ему сказали, что на следующий день он должен был дать посвящение. И когда он услышал об этом, он, тут же преисполнился радости счастья, и счастья, оптимизма, он сказал, О, они по-прежнему хотят моего служения. И это было источником его счастья. Они хотят от меня большего служения. И вновь почувствовал уверенность в себе или прилив сил. Any other questions? Есть ли еще вопросы? Бхакти Лалита Деви. Как переводится термин татва? Лучший вариант — истина. Но для нас истина — это олицетворенное начало. Это не истина диалога Сократа. Like so 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 истина — это добродетель и так далее. Нет, истина — это личность. But so Иногда means мы используем такие выражения, как субстанция, truth, истина, category. категория. Конечно, санскритские слова, включая татва, имеют meaning. разные уровни смысла, разные значения. Но все это, смыслы, субстанция, относятся к категории истины. В любом порядке можно использовать эти термины. брахма so, Самхита. Right? Как сказано? Описание молока. Молоко можно трансформировать в йогурт, но йогурт невозможно трансформировать обратно в молоко. Это очень специфическое положение, уникальное. Вишну не может напрямую соприкасаться с майей. Йога-нидра в состоянии полусна, полудрема, он бросает уголком глаз взор на Майю, и этот взор есть Шамбу, тотальная совокупность джин, и этот взор, то есть Шамбу, оплодотворяет прокрытие. Это нечто очень удивительное и божественное.